Первый сет встречи, который наши девушки проиграли в упорной борьбе со счетом 29-27, только добавил волнения. Зато в трех следующих партиях наши девушки были на высоте. 25-20, 25-18 и 25-20. 18-я победа в турнире позволила Мурому подняться на 4-е место, опередив «Динамовок» из Анапы. На выходных муромлянкам предстоит провести ответные матчи с уфимовками и екатеринбурженками. Чтобы гарантированно быть в шестерке и не зависеть от результатов в параллельных встречах, красно-черным лучше не проигрывать.